Владимир Владимирович, что происходит в России? Просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. И пролагаете вот уж почти 20 лет. Что же за всем этим будет? А будет трындец. Если раскачивать лодку, трындец и наступит. С мыслью о лучшем народ все плохое забудет. Вон, посмотрите, какой Михалков молодец.